С 19 июня вступил целый блок поправок в наше действующее законодательство, которое касается эвакуации. Так теперь те водители, которые забыли свое водительское удостоверение дома, не подлежат их транспортным средствам эвакуации. Инспектор просто проверяет по базе водителя. Если он получил уже водительское удостоверение, то он получает свои 500 рублей и идет дальше. Вот. Второе очень важное изменение, которое вызывало раньше большие споры, это тот факт, что если водитель успел прийти до того, как эвакуатор уехал, ему обязаны отдать машину на месте. То есть, если водитель подходит, а транспортное средство его стоит еще на эвакуаторе, эвакуатор никуда не делся, нужно смело подходить к сотруднику полиции и требовать вернуть себе автомобиль. При этом инспектор ДПС, естественно, выпишет штраф за неправильную парковку, но машину обязан будет вернуть. Вот. Еще важное изменение касается тех, кто любит нас парковаться на местах для инвалидов. Теперь таким людям грозит штраф в размере 5000 рублей, плюс возможная эвакуация транспортного средства с такого места. А тем, кто незаконно установил знак «инвалид», тем грозит теперь тоже ответственность в виде тех же 5000 рублей штрафа. А раньше такой ответственности у нас не было. Вот. Ну и еще один большой блок поправок, который также вступил с 19 июня, это теперь местные власти, в ведении которых находится дорога, обязаны сообщать водителям о том, какие запреты вступают в силу. Такой срок регламентирован. За 20 дней необходимо сообщать о новых односторонних улицах, о запрете парковки. И планируется, что это будет делаться либо на информационных счетах, вот, непосредственно на месте установки знака, либо на городском портале администрации города.